Всем привет, друзья! Сегодня у нас пятница, и мы будем варить холодец. А кто нас просмотрит, тот будет молодец. Вот видите, я в своем шитом халате. Я вот только зашла с улицы, еще не переодевалась, согреюсь и начнем варить холодец. Поехали, ребята. Вот наши петушочки варятся. Будет хороший холодец. Водичка, бульончик прозрачный. Посолили. И вот будет томиться еще. В общем, вот, друзья, отварили мы двух петушков. Вот видите, это сейчас надо все разбирать. Процедила бульончик. Бульон, но он что-то темноватый, я не знаю. Но он еще сядет. И, наверное, еще надо будет процеживать. Так, привет, кто там? Доча приехала с покупками до мамы. Так, не хотят сниматься. Вот кастрюлька, в чем варились петушки наши. Я уже ее помыла, почистила и в сторону отложила. Я не могу, когда у меня что-то грязное, я отварила все. Посуду помыла, убрала. Теперь посмотрим, что доча привезла маме. Ну, немножко похвастаюсь, что доча привезла. Так, это у нас киви. А почем килограмм, зай? Дорого. Сколько? 90? Дешево. О, это в нашем? Вот, надо купить их и сложить. И хай будут 90, а потом будет 200 и 300. Так, а теперь тут что еще, зай? А тут рыбы. Рыба. Так. Красная рыба. Так, мы же будем запекать рыбу сегодня? Какие маленькие стейки, большие, зай? Какие хочешь. А что, эти масюсенькие надо оставить на потом. Надо сейчас вот эти сейчас назад. Так. У кого? У тёть Люды? Надо не забыть поздравить кумушку мою. Так, кумушка, если это видео смотришь, я поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе всего-всего хорошего. Любви. Самое главное сейчас нам нужна любовь, как никогда. Счастья тебе и долголетия, кумушка моя. Так, дальше поехали. Так, а надо будет на противне, наверное, сделать. Что это тут не помещается? В прошлый раз 3 стейка поместилось, зай. Сейчас. Но оно ж еще растает. Так, 4 запечем, да? 4 штуки. Вот так. 4 штуки запечем.
И у тебя сегодня день рождения. Так. Ну все, хватит бездельничать. Надо разделывать или собирать холодец. Почистили, посадили, поперчили и отправляем в духовку. Обед никто не отменял. Тут у нас вчерашние, еще вчерашние каприз. Вот так вот. А сколько будем ставить рыбу, доча? Софи, рыбу на сколько ставить? 180. Окей. Все, ребята, подошел обед, и рыбочка наша готова. Всем приятного аппетита, кто обедает. В общем, вот, друзья, разделала я петушков. Вот. Все. Вот у меня как он называется, вот эта жижа. Господи. Бульон. Бульон я больше цедить не буду второй раз. А что его цедить? Сейчас мясо с мясом перемешаешь, и все равно маленькие куски появятся внутри. Так что сейчас поперчу, чесночка добавлю и буду по формочкам разливать. Не, вот тут нажимай, там продолжается сейчас съемка. Вот сюда нажимай, на вот это. На что? Ну вот, друзья, все. Закончила я работу над двумя петухами. Вот наш холодец. Вот столько вышло. С двух домашних петухов. В 10-литровой кастрюле варились полной водой. Было залито. Ну все, друзья. На этом хочу попрощаться. Всем пока-пока. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, поддержите нас, пожалуйста, если у кого есть желание быть с нами. Всем пока, пока!